«Моя зарплата меня недостойна». Так, по данным службы исследований HeadHunter, считает большинство работающих жителей Камчатки. Назвать свое жалование достойным не смогли 69% участников тематического опроса. Только 3% опрошенных устраивает их зарплата. По результатам исследований, 35% работающих камчатцев не хватает зарплаты на основные нужды – еду, плату за коммуналку, аренду жилья или выплату ипотеки. В большинстве случаев, по данным опроса, люди, которым не хватает на это денег, вынуждены искать подработку или рассчитывать на помощь спутника жизни. Как сообщалось ранее, по данным Камчатстата, средняя номинальная зарплата, начисленная работникам организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в этом году выросла до 72 812 рублей.